мне ответит. Он мне сразу же ответил. О, черт, панда Бетта, видите, что вообще происходит? Блин, панда, это реально бог. Че твори, бро, меня зовут Серхио, он из Зибро. Сразу же, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть моей Supreme банде. Самый сильный банде на ютубе, ведь при дреме Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как пишу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что, пойди, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть моей Supreme банде. И, бро, это просто жесть. Метка все еще у меня есть, просто посмотрите на это. Я целый день хожу с этим бедом, потому что здесь все еще эта метка. Это просто жесть, Supreme банда, посмотрите. Если бы не ты пропустил прошлое видео, то я подписал контракт с дьяволом. После чего он поставил мне свою метку на лбу. Просто посмотрите на это. Это метка дьявола. И он сразу же в тот же день забрал мою душу. Я здесь без души, это просто жесть, Supreme банда, ничего здесь не чувствую. Просто полнейшая темнота. Окей, бро, и вот этот контракт. Я его просто связал и спрятал, чтобы его никто никогда не нашел. Но бада, это просто жесть. Потому что в этом контракте моя подпись кровью, которую я сделал. Это просто жесть, но прям бада, мне это прям не укладывается в голове. Ведь мы реально вчера начали подписывать контракт. А после чего он начал гореть, он чуть ли не сам уничтожился. Хорошо, что мы успели его спасти. Но бада, мы не просто так еще на такую опасность. Потому что у меня был один козырь в рукаве. Это кукла Вуду на дьявола. Как видите, она все еще у меня есть, и я все еще не использовал. Именно поэтому, банда, я решил, что я хочу подписать контракт дьявола и использовать эту куклу. Кстати, эту куклу я нашел в дебу коробке. И, бро, помимо того, что у меня здесь метка, у меня нету души. И я могу только один раз воспользоваться этой куклой и вернуть что-то одно. То есть, либо убрать метку и остаться на всю жизнь без души, либо же вернуть душу и остаться на 30 лет с этой меткой. Это просто же Supreme банда. Эту куклу воду я использую, чтобы вернуть свою душу, которой у меня сейчас нету. А метку я уберу с помощью бога. Сегодня, банда, я позвоню богу, попробую с ним как-то договориться, чтобы он убрал эту метку и я стал обычным человеком. То есть, чтобы контракт перестал действовать. Что, Supreme банда, я не знаю, у нас что-то получится. Но сегодня, банда, я напишу или же позвоню богу. Посмотрим, как получится. И попробуй с ним договориться, чтобы он убрал эту метку и аннулировал контракт с дьяволом. Погнали, Supreme банда! Что, Supreme банда, это просто жесть. И да, вам не послышалось, я реально сегодня буду писать богу на его номер. Если даже повезет, то позвоню ему. Это просто жестко, банда, потому что от этой метки я должен все-таки избавиться. Окей, банда, у меня есть номер бога. Плюс 1777777777. Вот так вот звучит номер бога. Это просто жесть, Supreme банда. Через что мне пришлось пройти, чтобы найти этот номер. Но тем не менее, банда, мне повезло, у меня этот номер есть. Что ж, Supreme банда, я готов, пришло время писать богу. О, черт, это просто жесть, банда. Как видите, у меня реально с ним открыта переписка, пока что еще ему ничего не писал. Я не буду писать ему привет, здравствуйте, ты реально бог. Я сразу же ему напишу свои проблемы, чтобы если вдруг он прочитает мое сообщение, если вдруг он это прочитает, то он сразу же знал, что мне нужна его помощь. Итак, Supreme банда, ему пишу. Господи, мне нужна ваша помощь. Я сделал большой грех, прошу, ответьте. Что, Supreme банда, готова? Вот так вот выглядит мое сообщение, надеюсь, мне ответит. Он мне сразу же ответил, банда, что он написал. Я знаю, сын, мой контракт с дьяволом это сильный грех. Я не знаю, смогу тебе помочь. О, черт, банда, он не ответил. Но он не знает, где мне сможет помочь. Это очень страшно, банда, блин. Нужно с ним как-то договориться, а то иначе эта метка у меня останется на всю мою жизнь. Черт, что же мне ему написать? О, черт, банда, нужно его реально как-то уговорить, потому что иначе я просто умру. Из-за того, что контракт с дьяволом это уже не шутки. Окей, я ему напишу. Я знаю, Господь, простите. Я виноват очень сильно. Я каюсь. Что ж, Supreme банда, вот так вот выглядит мой ответ. Черт, надеюсь, он мне ответит, мне поможет. Я не смогу вернуть душу, вот что мне написал бог, господи. Вот, блин, банда. Господи, тебя прошу, ну помоги же мне. Я не смогу вернуть душу. Я не хочу возвращать душу, мне лишь бы убрать метку, чтобы снять это проклятие. Можете убрать метку дьявола, чтобы я не был к нему привязан. Душу я постараюсь вернуть сам. Надеюсь, после этого у него не будет никаких странных вопросов. Что ж, посмотри, что мне ответит банда, потому что мне реально уже не по себе. От того, что он отказывается, это реально очень странно, банда. Черт, надеюсь, он мне ответит... Да нет, прости, я не силен. Это твой грех, блин, банда. Похоже, это все, я не смогу убрать эту метку. Вот такой вот печальный конец в нашей истории или что? Это очень все странно, Supreme банда, не знаю, что мне делать. А черт, мне остается только одно, банда. Я должен позвонить богу. Окей, Supreme банда, но прежде чем я сейчас позвоню богу на его номер, бандит. Давай на этом видео наберем 10 тысяч лайков, ведь Supreme банда. Мы самая сильная банда на ютубе, а значит, что правильно. Нам нужно подтверждать на статус самой сильной банды на ютубе. Значит, нам надо набирать самое большое количество лайков. Именно поэтому, бандит, допускай. Если не остался царский лайк, ведь как у нас с тобой Supreme банда, в самой сильной банде на тебе может быть самое меньшее количество лайков. Никак, бандит, именно поэтому опускайся ниже, и мы докажем на статус самой сильной банды. И что, Supreme банда, время пришло. Я должен позвонить на номер. Я знаю, бог этого не очень сильно хочет, но у меня особо нету выбора. В переписке банда мне больше ничего хорошего не напишет. Именно поэтому ему должен позвонить. Потому что я больше никак не смогу с ним договориться через смс-ки. Не только с ним нужно поговорить напрямую, как-то раскаиваться и просто начать его умолять, потому что иначе он мне будет отказывать. Черт, банда, думаю, пришло время уже позвонить на этот номер.
Окей, суприбода, время пришло на часах 3:15. Самое время звонить Богу. Как ни странно, мне начал отвечать только в 3 часа ночи. Погнали, бада, звонок Богу. А самое странное, банда, знаете что? Это то, что раньше я уже звонил Иисусу. И он мне сказал, что у меня будет какая-то большая проблема, самый большой грех. И вот он предсказал то, что я подпишу контракт с дьяволом. И он мне сразу же тогда говорил, что мне нужно выше. Сразу же идти к Богу. Но когда я пришел к Богу, он сказал, что мне ничем не поможет. Но, банда, я все же пытаюсь не упасть и дух и попробую сейчас ему позвонить. Окей, банда, пришло время набирать Бога. Есть, все, я набираю, банда, это просто жесть. Окей, надо изменить технику, потому что это реально жестко. Еще никогда не звонил Богу, я звонил только Иисусу. Давай же, бери трубку, пожалуйста. Черт, прибанда, он просто не поднимает трубку. А что если он мне не хочет отвечать? Это просто жесть, банда. Что если он реально в этом бессилен, банда, и он просто мне не может ответить? Это просто жесть. Ну уже давай отвечай, пожалуйста, я тебя очень прошу, господи. Мне сейчас как никогда нужна твоя помощь, ну. Это реально очень странно. Он скипнул, банда, вы это слышали? Что происходит, посмотрите. Свет двигает так, это просто жесть. О, черт, банда, вы это видите, что вообще происходит? О, черт, ничего не понимаю, что это, банда? Вы это видите, реально свет двигает так. Это просто жесть, банда. О, черт, что это было? Только припали гудки, перестал мигать свет. О, черт, за припада, не понимаю, что вообще происходит. Это реально жесть, вы это видели? Господи, это реально было странно. Вот что значит позвонить Богу, это реально жестко. Вот, блин, банда, я не знаю, что происходит, я не знаю, что мне делать. Бог просто скипает мои звонки, я реально его каждый раз набираю, смотрите. Банда, сейчас его снова наберу, он снова скипнет мой звонок. Смотрите, я нажимаю. Видите? Я набираю. Он сейчас снова скипнет мой звонок. Просто ничего не происходит. Я не понимаю, что мне делать. Почему у него вдруг такое плохое отношение ко мне? Это все из-за контракта или что? Я реально без понятия. Просто скипнет все мои звонки. Я не могу больше ничего сделать. А что если ты мне касается мне навсегда? Настя, что мне делать? Я просто реально без понятия. Я не знаю. Я не знаю, блин. Окей. Ай, блин. Что болит? Черт, нужно скорее перемотать. Блин, банда, я не знаю, что мне делать. Воспользоваться куклой Вуду ради того, чтобы убрать ту метку, это будет слишком странно, потому что еще очень рано. Что мне делать, я реально без понятия. Это самая большая ошибка, которую я только делал. Окей, так немного легче, банда, потому что оно все сдавливает, это не так сильно болит. Окей, банда, как видите, метка все еще на месте. Это просто жесть, банда. Нужно как-то от нее быстрее избавиться. Окей, я знаю, Настя, ты предлагала, чтобы ты с ним договорилась. Давай, может, ты попробуешь? Давай. Да, окей, давай тогда ты набираешь номер. Окей, Настя, ну что, ты готова? Точно. Да, потому что он даже от меня не берет трубку. Думаешь, за тебя он все-таки возьмет? Да, возьмет. Окей, суприбада, я доверил это Насте. Надеюсь, у него что-то получится, потому что у меня это вообще ничего не получается. Давай, набирай, покажи. Набрала. Окей. О, господи, это просто жесть. Ой, если волнительно, реально, банда, это очень страшно. А что если он реально сейчас возьмет трубку? Окей, суприбада, я реально очень надеюсь, что у нас сейчас получится договориться, потому что это просто жесть. Мне реально страшно. Ай! Ты слышала? Слышала? Алло? Алло? Господь, ты нас слышишь? Эй, Настя, что это? Почему все белеет? Ты это видишь? Да, о, черт! Что вообще происходит? Суприбанда, просто жесть! О, черт, ты меня видите? Здесь все такое белое становится. Это просто жесть, банда! Настя, быстрее уходим с этой комнаты! О, черт! Вы видите это? Окей, Настя, ты это видела? Это просто жесть, что это было. О, черт, суприбанда, в комнате все просто начало белеть. Я не знаю, как нам теперь туда возвращаться. Это реально все очень страшно. Господи, а метка? Возможно, он просто мне так убрал метку. Нет, банда, метка все еще на месте. Это просто жесть, посмотрите. Там реально что-то белеет все. О, господи, я не знаю, что мне делать, банда. Это просто жесть. О, черт, возможно, это пришел Бог или что? Господи, мне страшно, я не знаю, как тебе, но мне реально страшно. Не страшно. Блин, о, господи, банда, это просто жесть. Эй, здесь кто-нибудь есть? О, черт, вы это видите, суприбанда, просто все белеет. О, господи, суприбанда. Банда, вы это видите? Это что, Бог? Блин, банда, это реально Бог! Господи, пожалуйста, прости меня! Я не ожидал, что он придет сюда, банда, это реально жесть! Что он делает? Господь, пожалуйста, убери метку! Сними проклятие, прошу тебя, пожалуйста! О, господи, это просто жесть, банда! Ты похоже реально Бог! Господи, пожалуйста, прошу тебя! Прости меня, я сделал огромный грех, что подписал контракт с дьяволом! Пожалуйста, прими эту метку! Пожалуйста, аннулируй контракт! Я реально не хотел этого делать! Пожалуйста, Господи, прости! Прошу тебя, очень прошу! Прости меня, пожалуйста, Господи! Я реально больше никогда не буду этого делать. Прошу, я реально сделал огромную ошибку, что подписал контракт. Прости меня, Господи, я очень сильно каюсь. Прости меня, пожалуйста, прости, прости, прости. Надеюсь, он меня слышит, банда. Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Прошу тебя, умоляю. Сереж, очнись. Ну, Сережа. Ты как? Не знаю, вроде бы нормально. Что здесь вообще было? Сюда приходил Бог. Ого. Погоди. Что? Нет! Сережа, его серьезно? Нет! Серьезно? Он мне помог! Черт, банда, вы это видите? Общается, что контракт аннулирован или что? О, господи, банда, посмотрите, здесь уже чего-то нету! Нужно это проверить! Господи, я прям не верится в это! Бог реально пришел сюда и помог мне! Вы видите, метки больше нету! Посмотрите, банда! Подпись стерта! Вы видите, это супербанда! Бог стер мою подпись! Это просто жесть! Мне прям в это не верится!
молиться. Все-таки Бог пришел и помог мне. Вы это видите? Подписи просто нету. Получается, что контракт аннулирован. О, да, Суприпада мне пришел. Что с тобой, Сереж? Что там? Она становится еще больше. Дыра становится больше нас. Серьезно? Черт, нужно быстрее, блядь, куклу Вуду использовать ее на дьявола. От этой уже заходит слишком далеко. О, черт, Суприпада. Дыра из души становится больше. Мне еще немного осталось. Нужно быстрее использовать ту куклу Вуду и уже избавляться от этой дыры. Потому что это все уже зашло слишком далеко. Что ж, Суприпада, я хочу использовать ту куклу Вуду. Осталось только привязать эту куклу Вуду к дьяволу. К счастью, у нас есть кровь. Окей, банда. Мне кажется, что это реально кровь дьявола. Осталось только ее использовать на самом дьяволе. То есть нужно залить эту куклу Вуду и использовать дальше эту кровь. Это просто жесть, Суприпада. Черт, нужно быстрее это все делать. Мне становится уже хуже. Блин, без метки дьявола. Я начал чувствовать себя намного хуже, чем с меткой. Это просто жесть. Суприпада, быстрее заканчиваем на этом. Окей, Суприпада, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И я использую эту куклу воду на дьявола, я спасаю и себя. 10 тысяч лайков, Суприпада, прошу вас, пожалуйста. Если я не успею, то будет очень плохо. Окей, бро, а вот комменты за прошлое видео. Видите, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. И, бро, знаешь что? Если вдруг ты хочешь следующее видео, то сегодня тебе нужно подписаться ниже, нажать на колокольчик и все, бро. Ты уже в следующем видео. Вот такой вот просьба, блядь, ко мне видео, лайк, кулака, коммент и все, бро, ты уже в видео. Не забудь про коммент, бро. И, бро. И, бро, знаешь что? Оставайся таким шикарным, пока.